сделал с музыкой. Бесплатно распространяющийся и приложенный к программке Microsoft Clip Chat. Выложил в интернете, там предъявили клипику авторские права, что вот в клипе используется их музыка. Я удалил оттуда, разместил ВКонтакте. ВКонтакте написано было при попытке воспроизведения написано звук выключен по просьбе музыканта или его представителя. Запад ведет против нас войну, а мы соблюдаем их авторские права. Как это мило все. Но зато ВКонтакте веселый гирлянду мне повесили. Вот. Чтоб я не раскаялся. Удалил клешему и отсюда критик. На эту пурсулинскую игрушку. Тут весь фокус в том, что изображение подстраивается под музыку. А если музыки нет, то изображение не нужно. Не так интересно. А главное ритм. Чтобы движения совпадали с ритмом. И искусственный интеллект в программе подстраивает видео под музыкальный ряд. Но они не дают творчеством заняться, самовыражением и сверху. Нет, можно, конечно. С помощью программы Magic Music, Music Magic, ритмичную мелодию сделать. Но я сделал, и опять же, на ютубе разместил, сам сделал мелодию. А мне написали, что на нее тоже права заявлены. Может, вы, конечно, одной программой пользуетесь с тем, кто заявил свои права на эту музыку. Может, вы пополам как-нибудь будете монетизировать. Я вообще не монетизирую. Будут они мне платить. И ждите. Вот такой хулиганство, видите, что творится. Пропагандирует чего. Пропаганда секси насильно. Но. На советском телеэкране. В общем, куда ни кинь, везде клин. И главное, буржуинские законы поддерживают наши ресурсы ВКонтакте. Вместо того, чтобы саботировать эти законы и плевать на их авторское право.
Faktiskt snackar ni snedorska. Det är jag. Mina raser på kansan på en skärkning på kartajs i brassan. Jag vill inte ha någon.